все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать в смартфоне? В воскресенье рано утром при параде абсолютном дед вскричал: «Народ, подъем! Все голосовать идем!» И сказала мама сонно: «Выберем дистанционно!» Папа поддержал, зевая: «Электронно выбираем!» И сказала баба деду: «Я, отец, с тобой поеду. Но бумаги бюллетени любят в нашем поколении. Ну а молодая смена электронно, современно». «Я прогресса не противник. Подержи, внучок, будильник. Это все вполне резонно. Можно и дистанционно. Мы ж пойдем с тобою, мать, по старинке выбирать. Нашим методом привычным. На участке, как обычно». Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно.